Всем привет, дорогие друзья, с вами Мэтт Скрим. И сегодня спойлеры на следующую неделю. Нас ожидает бесплатный АМБ, или же на русском магический шар Августа. Как же его получить? Итак, на следующей неделе нас будет ждать такое событие с двумя шкалами, которые мы должны заполнять на выбор. Слева шкала заполняется фонарями, которые нам присылают ежедневно на почту в виде 5 штучек. И также мы их будем получать за достижение определенного количества звезд в приключении Импа. Для того, чтобы набрать 60 очков, которые нужны для АМБ, нам нужно забрать 200 звезд. Соответственно, это такая усредненная награда. Большая часть игроков до нее доходит, но даже если вы скупите абсолютно все кости, это не гарантирует то, что вы наберете 200, поэтому учтите то, что некоторые люди не достигнут этой награды, и вам придется или задонатить, или пропустить этот артефакт. К сожалению, это так. Что касается шкалы справа, то она будет наполняться золотыми фонарями, которые мы получаем за донат. Соответственно, это нас особо, большую часть игроков не интересует. И донатить, конечно же, никому не советую. Следующее событие, в котором нам нужно собирать определенные пары героев, точнее их аватарки, на 5, 6 и 10 звезд. И таким образом мы будем получать дополнительные награды. Например, если мы соберем Андрея плюс Тусилагу, мы заберем две части сета 6-звездочного, и так далее. Награды вы видите у вас на экранах, и также вы видите героев, которых вам придется подготовить. Поэтому заранее вы можете уже о них узнать. Но самое интересное, что здесь не наблюдается новый герой Анкиримару, поэтому это очень хорошо. Нас не заставляют его открывать. Но завтра посмотрим, что будет по итогу. Следующее событие с обменом скинов. Такое событие уже повторяется не раз. За гемы мы меняем определенную рарность скина. В том числе мы можем получать скины на героев превосходства. И с большой вероятностью появится скин на Асмода, который продавался ранее. Я, например, на него не донатил и с удовольствием бы его забрал с этого события, что и вам советую, если вы на него также не донатили. Но также есть единственное ограничение. Мы не сможем менять новый скин на Джахру, который появится уже в донатном паке на следующей неделе. И также мы не сможем получить скины, которые присутствуют в магазине Ace Arena. То есть это самый последний этап гильдейских боев. И вот те скины, которые там продаются по 100 билетов, мы здесь получить их не сможем. Но сможем их обменять. Но, конечно же, я не советую этого делать, потому что это невыгодно. Что касается скина на Джахру, то он будет присутствовать вот в этом паке, в котором мы сможем забрать 10 тысяч гемов, 30 игральных костей, 5-звездочного героя, любую копию и новый скин на Джахру. Характеристики данного скина — это сопротивление контролю, атака и святой урон. Конечно же, по возможности стоит забирать, так как любые характеристики сейчас будут очень полезны, особенно на героях превосходства, так как эти герои имеют максимальное количество характеристик по отношению к обычным героям. Напоминаю, что герои превосходства получают все бонусы с парящего острова абсолютно со всех статуй. Именно в этом их преимущество. Далее будет Шелтер, в котором будет Гуштин, Моракс, Аида, Аспен, Шерлок и Роган. Героев, которые не относятся к фракции Света и Тьмы, мы забираем обязательно, потому что это игральные кости, которые позволят нам забрать АМБ, точнее дадут шанс. Соответственно, тут без вариантов. Все герои, в принципе, сейчас можно использовать, поэтому все полезные. Кроме Аиды и Аспена, эти два героя, они в принципе уже присутствуют в игре давно, и я не советую тратить, конечно же, на обмен 2000 гемов и два героя той фракции, на которую вы подумали это делать. Далее будет продолжение кузницы и донатные пакеты как раз таки с золотыми фонарями. Помимо этого, они добавят Анкиримару в арбы и также в суперказино. И 14 августа стоит ожидать дополнительный подарок от разработчиков в честь этого праздника, поэтому нужно будет зайти именно в этот день, 14 августа, и забрать этот подарок на почте. Не забудьте зайти в игру. Все, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Поддержите пальцем вверх это видео, если оно было полезно и интересно. Пишите, что вы думаете об этом событии в комментариях. И подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Увидимся в следующем видео.